судебный пристав, вы же и человек, правильно? Я и человек, я и судебный пристав. Да. Вы же и человек. Вот как можно вот это на улицу? Давайте мы будем акцентрировать внимание на решении суда. 15 октября судебные приставы города Сочи пришли по адресу улица Санаторная, 33, где с середины прошлого века на законных основаниях проживает семейство Тарманян. Земля, на которой расположен принадлежащий им дом, изымается по решению суда под олимпийский объект, дорогу-дублер курортного проспекта. На сегодняшний день в доме проживает 6 семей, всего 15 человек, пятеро из которых дети. Все они по решению суда должны в ближайшее время добровольно покинуть собственный дом. Да. В рамках исполнительного производства было установлено о том, что здесь у семьи Тараманян, извиняюсь, Мараян, проживают дети. Они проживают, но не прописаны. Мама Мараян Шушаник Саркисова, 1975 года рождения, Мараян Аршак Минаси, 1967 года. У них трое детей. Это Мараян Григорий Аршак из 2004 года, Мараян Михаил Аршак из 2010 года, Мараян Сергей Аршак из 2012 года. Констатирую тот факт о том, что в настоящее время проходит стадия принудительного исполнения требований исполнительного документа, которая заключает в себе освобождение данного участка от этих строений. Это подразумевает то, что те граждане останутся без этих строений, некуда будет проживать. Вот вопрос вам, как управление семьи и детства. Что мы сможем сделать с детьми? Это Мараян Николаевич Шакович, Сергей Шакович, Станислав Вячеславович. Григорий Аршакович. Ну, уже разъясняли законному представителю детей. Управлением будут поданы ходатайства на департамент имущественных отношений о предоставлении муниципального фонда, хотя бы маневренного, для переселения. А речь шла здесь о каком-то приюте. У нас на территории Сочи нет приютов. Есть реабилитационный центр, который в настоящее время закрыт на ремонт. И дети туда попадают только с согласия законных представителей, либо если находятся в трудной жизненной или относятся к категории детей-сирот. Поэтому от управления будут сегодня-завтра направлены ходатайство на департамент имущественных отношений о предоставлении маневренного фонда. Это все, что мы можем сделать. И также будет оказана любая правовая консультационная помощь данной семье, вплоть до того, о предоставлении земельного участка многодетным семьям, разъяснить процедуру, как это проходит, как это предоставляется, и также помочь с подготовкой пакета документов для обращения в многофункциональный центр. Представитель фирмы, ведущей строительство дороги дублера, пояснил, что под домом проложен туннель, эксплуатация которого может привести к обрушению ветхого строения. Таким образом, выселение производится во благо самих жильцов. Вы можете послушать еще раз. Туннель проходит непосредственно под домом. Все эти дома вокруг, не только этот, но и все вокруг обследовались. Получены под заключение генерального проектировщика. Теперь расскажу изначально. Изначально более 60 домов было таких, которые ничего не строятся, но изымается. Проектом предусмотрено это все из проекта, который прошел главгос. После этого мы долго прорабатывали с проектировщиком и убрали больше, 50 домов, получили заключение о том, что не требуется их изъятие. Осталось порядка десятка этих домов. Вот это дом один из этих оставшихся. Поэтому есть заключение о том, что при проходке туннеля ветхость этого дома, она может спровоцировать его обрушение. Принимаются во внимание и другие интересы. Я к чему говорю? Завтра этот дом кому-нибудь на голову упадет, будем виноваты мы, как заказчики. И будет это уже уголовщина, вплоть до посадки. Однако, чтобы ответить на вопросы, интересующие жильцов, компетенции данного специалиста не хватило. На этой улице все строения одного года. Все. Удивительно, что именно наш дом должен был построить. Понимаете, я не проектировщик, я не могу вам сказать. У меня есть заключение. Знаете, что мне очень интересно? Я не знаю. Одного спросила, не знаю. Это не знаю, то не знаю. Я вас очень прошу, приведите нам одного человека, который знает, зачем он сюда пришел. Вы исполняете свой... Вам дали это вот там, как это? Я понимаю вот все это, я понимаю. Но вот эти все вопросы, скажите, кому нам их задать?
Если вы не можете ответить, этот не может, тот не может, тот не может. Я понимаю, что вы пришли исполнять свои обязанности. Но вам же кто-то это дал, написал. Но вы же видите, что это беспредел, что это несправедливость. Ну дайте нам, скажите, куда нам обратиться? И кто нам может помочь? Что нам вопросы, делать? Обращенные к судебному приставу, были восприняты как риторические и остались без ответа. Вы же понимаете, что это первый шаг отсюда, они уйдут с этого дома, и никто им ничего вообще никогда не даст. Ведь это все отговорки. Понимаете? А что, мы отсюда не уходим. Вот этот частый, вот этот кусочек ваш законный, мы здесь все будем стоять и все.